Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Заслуженный артист России Александр Олешко неожиданно узнал, что у него растет ребенок. На одном из выступлений телеведущему привели девочку, родство с которой он, впрочем, не признал. Олешко всегда считался артистом с безупречной репутацией. Однако новость о внебрачной дочери может запятнать честь народного любимца. Сам Александр признался, что не ожидал такого поворота судьбы. «Ко мне привели девочку и говорят, это ваша дочь», — поделится артист. По словам Олешко, «в наше непростое время нужно глядеть в оба», — передает собеседник. «Все с палочками ходят, тесты ДНК делают. Это так опасно». «Не знаю, чего хотят люди, которые так поступают. Наверное, денег или внимания». Я сразу ответил, спасибо большое, но я не ее отец, рассказал он. Олешко не признал самозванку лишь по одной причине. Он твердо убежден, что в ней его крови нет и быть не может. Дело в том, что артист не заинтересован в беспорядочных половых связях. Более того, шоумен предположил, что таким образом недобросовестные люди пытаются получить выгоду с помощью подставных внебрачных детей. У меня такое ощущение сложилось, что ее к каждому артисту подводят и говорят, познакомьтесь, это ваша дочь. Где сработает? А девочка растет. И весь ужас в том, что она совершенно не знает, кто ее настоящий отец, объяснил он. Однако Олешко признался, что последнее время все чаще подумывает о том, чтобы завести ребенка. Артист уже разменял четвертый десяток, а радость отцовства так и не испытал. Когда произойдет столь радостное событие, Александр сказать не может. Шоумен убежден, что все должно быть естественно. «Я так люблю свою профессию, то, чем я живу всю свою жизнь, что вряд ли смог бы от этого отказаться. Но я понимаю, работа не главное. Когда произойдет особенная встреча, то, конечно, семья у каждого человека должна выйти на первое место», – заключил Олешко. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!